Специально для паблика «Поясни за бухлишко». Итак, здорово, народ. Это такой пилотный выпуск. Ну, что-то вроде пояснения за бухлишко. Вот. А сегодня у нас вот такой вот клиент, очень мощный. В общем-то, коньяк Лейра ВСОП. Вот. У меня эта бутылка стоит уже месяца два. Вот. Мне братан один подарил на ДР. И смотрю на нее уже хер знает сколько. Хочется попробовать. Но до этого момента я как-то не хотел, что ли, я не знаю, потому что эта бутылка стоит ебаную кучу денег. Ну, в районе, ну, вот я нашел какую-то похожую, да, то есть там только не деревянная коробочка, значит, а просто картонная, 5800 на момент 8 марта. Девушек, с праздником, кстати. Вот, да, то есть такая бутылочка, ну, стоит реально до хера. То есть я за эти деньги могу, блин, купить бутылок 15 водки, просто в говно сидеть месяц. Вот, такие дела. Поэтому... Ну, реально, это алкоголь не на каждый день, очевидно. Ну, вообще, в принципе, коньяк – это алкоголь не на каждый день. Даже если вы пьете обычный Хеннесси, пить Хеннесси каждый день – это, блин, буржуйство какое-то, не знаю. Вот. Ну, что можно сказать? Ну, коробочка просто охеренная, да? То есть, такая вот штука оставляется сюда. Здесь бутылка закреплена, ну, как видите, такой вот деревянной штукой. И вот сама бутылка, соответственно. Ну, я не знаю, надо ли вообще... показывать бутылку, потому что, ну, блин, бутылка на самом деле вообще ничего не примечательна. Обычно у коньяка достаточно интереснее, что ли, бутылка, да, здесь такая она обычная. Вот сюда у нас лепятся акцизы, здесь что-то на русский у нас пишут вот здесь. Ну, что здесь пишут? Наверное, то, что 6 лет, да, 6-7 лет купаж, значит, средний спиртов, который находится в этой бутылке. Вот, то есть средний 6-7 лет в СУП коньяке спирты выдерживаются, а так вообще там может 15 лет быть один из спиртов купажа, да, то есть, ну, это срок. Эта бутылка разлита в 2008 году, получается, 7 апреля разлита эта бутылка, 7 апреля 2008 года, ну, почти, в общем-то, 9 лет, вот. Ну, сейчас я тогда ее открою и посмотрим, что это такое, очень интересно, на самом деле. Откройте. Вот так, значит. О, прям такой момент. Если что, у меня нету специальных бокалов, поэтому я просто буду из вот такой вот клёвой стопочки херачить. Типа из Ирландии привезли, прикольная стопка. Вот, вообще, коньяки пьют из бренди глазов и бренди тулипов. Это такие стаканы, если вы видели. Ну, короче, вот здесь вот я, наверное, влеплю, как выглядит вот бренди глаз, а вот бренди тулип. Дорогие коньяки пьют из бренди тулипа, потому что в них, типа, аромат лучше передается, да, букет как-то. Ну, бля, я в этом не шарю, потому что это коньяк. Я похож на человека, который пьет коньяк? Я думаю, нет. Вот, поэтому без выебонов, короче. Так. Ого. Пахнет, конечно. Коньяк пахнет просто охренительно. Ну, как, в общем-то, и... любой коньяк, даже армянский коньяк, который на самом деле не коньяк, пахнет очень даже ничего. Так, давайте чуть-чуть налью буквально, немножко, потому что, ну, все же не хочется тратить. То, что я это открыл, ничего с ним не случится, да, то есть я его сейчас так вот закрою. Крышка, ну, в принципе, у бренди, у коньяков почти всегда вот такая крышка, да, то есть это не просто пробка, как у вина, а такая пробка, ну, с крышкой, что ли, очень просто закрывается, поэтому... Убираем это обратно. То, что мне подарили на ДР, я очень рад. Вот. Но я не знаю, когда в следующий раз эту бутылку открою. Вот, уберем в сторону. Так, ну, значит, что можно сказать про цвет? Ну, по-моему, у Хеннесси цвет потемнее, да? То есть, ну, это очевидно, только с коньяками можно сравнивать. Армянские коньяки, которые на самом деле бренди, они очень темные вообще. Вот. А Хеннесси чуть-чуть темнее этого. Ну, я не знаю, видите, она такая желтенькая, что ли. Вот. О, ничего себе. Пахнет, конечно, просто шикарно, реально. Это можно наливать, просто понюхать, потому что пахнет очень вкусно такой. Ну, коньяки, они ведь сделаны в провинции Коньяк, во Франции. Для него используют специальные сорта, и вот эти сорта, они очень вкусно пахнут. Даже такие нотки ванили, что ли, вот. Очень вкусно. Слушайте, я даже пить не хочу, но так вкусно пахнет. Все, достаточно, наверное, нюхать это. Ну, сейчас попробуем. Залпом, конечно, пить не буду, а так чисто. Да.
Я, в принципе, небольшой любитель коньяка, но... Несмотря на то, что это 40-градусная жидкость, она пьется очень легко, и она такая фруктовенькая. Даже сладкая, я бы сказал. Но... Если вы кому-то хотите подарить, то, в принципе, шикарный подарок. Да, то есть открывать по праздникам, по рюмашке, о, она прям так аж тепло становится. Охренительная вещь, реально. Ну, что сказать по оценке, эта штука, наверное, все-таки слишком дорогая, чтобы ее там, как-то сейчас я оценивал. Да, то есть я могу оценить водку, потому что это стоит 300 рублей. А это, ну блин, я даже здесь не могу ничего меньше десятки поставить, потому что это что-то вообще... Шикарно вообще, ух. Интересно, вот. Что, 10 из 10 однозначно, потому что это, твою мать, коньяк. Вот. Хорошая вещь. Ну, в принципе, все. Вот такой вот пилотик. Вообще, сначала я хотел, секунду, сделать... Первый выпуск на вот такую вот бодягу. Ну, как бодягу. Ром, темный Капитан Морган, но что-то мне вообще не хочется, потому что он, мягко сказать, не очень темный. То есть остальные Капитан Морганы хорошие, а вот темный не очень. Поэтому в следующий раз я все детально изложу. Вот, а пока коньячок, да? Напомню, коньяк Лейрат ВСОП, 6 лет, деревянная коробка. Ой. В общем, всем спасибо за просмотр. Вот. Бухайте только хороший и качественный алкоголь. Не бухайте всякую херь. Не пейте парламент на молоке. Всем удачи!